Наркоман, даже если он держит обычную сигарету, он ее держит специфическим образом. Между указательным и большим пальцем. Это первый признак, чаще всего. К примеру, девушки показывают красивые руки и ногти мужчины более глубоко. Наркоман держит сигарету так. А дальше, смотрите внимательно, он подносит ее ко рту. Не берет между губ, как обычный курильщик, а только прислоняет. И со свистом втягивает воздух. Задерживает дыхание и выдувает дым через плотно сжатые губы. Этим достигается усиление эффекта марихуаны. Так образно, как я показал, может быть, это для театра, но в жизни я вижу ребенка, который... Обычная сигарета, я подчеркиваю, это не косяк с марихуаной, это обычная сигарета. И увидев этот жест, вы можете на 100% быть уверены, что вы в контакте с наркоманом, который употребляет анашу или имеет большой опыт этого. В разговоре здесь я подниму руки, особенно если какое-то противоречие, наркоман делает вот такой жест. Я же сказал тебе, в кино очень часто показывают. Увидите вот такое отведение, не сомневайтесь, можете смело смотреть на локтевые сгибы, и вы увидите следы от укола.